На протяжении всего года в рамках фестиваля «Взмах крыла» на сцене театрального центра «Жаворонки» выступают профессиональные и любительские молодежные театральные коллективы. Причем не только из России. В этом году к нам впервые прилетели ребята из Прибалтики. Это тоже очень отрадно. Несмотря на то, что это русскоговорящие, да, ребята, и, в общем-то, они выросли в школе русской, но, тем не менее, они привезли нам Марину Цветаеву, они привезли нам Гоголя, и нам это очень приятно. Мы очень надеемся, что переговоры, которые мы сейчас ведем с Белоруссией, с Украиной, да, несмотря на все сложности какие-то там мировые, да, мы ведем переговоры с Германией, я думаю, приведут к тому, что, увидев серьезность нашего фестиваля, люди обязательно приедут. Приехать сюда действительно стоит. Участники фестиваля признаются, что «Взмах крыла» имеет неповторимую творческую атмосферу. Казалось бы, ехали там в область, думали, что же там ждать, там, ну, куча театров в Москве, но здесь какая-то своеобразная атмосфера, вот, очень уютная, очень интересный зритель. Он готов встречать спектакли, встречает тепло. И я надеюсь, что мы еще не раз вернемся. Ольга Кобецкая, она очень хороший организатор, она очень добрый человек. И когда у меня стоит вот передо мной стоит какой-то выбор, вернее, когда предлагают еще какие-то фестивали, я честно скажу, я лучше поеду в «Жаворонки». В рамках фестиваля молодые артисты представили на суд зрителей более 30 спектаклей в самых разных жанрах. Члены жюри выбрали 10 лучших и наградили победителей специальной премией «Спектакль года». А главный приз фестиваля – право играть на сцене Московского молодежного театра Вячеслава Списивцева – получила удивительная студия из Москвы за спектакль «Трамвай желания». Для нас это был действительно очень важный и интересный момент, потому что мы долгое время играли в своей камерной такой, в своем камерном зале в Москве на Малом Каретном переулке и впервые вышли на настоящую сцену. Это было подлинное открытие и подлинное такое переживание, очень интересное, очень эмоциональное, было очень здорово. Я, честно говоря, первый раз играл на такой площадке. Дело в том, что мы играем у себя в студии, это небольшой зал, у нас все, так сказать, по-домашнему, камерно, а здесь настоящий театр. Настоящие зрители, настоящие софиты, свет, звук, аплодисменты настоящие. Соответственно, для нас это был новый опыт, потрясающий, и мы еще и выиграли. Цель форума – объединение молодежных коллективов, преданных делу и увлеченных театральным творчеством, предоставление им возможности реализовать свой творческий потенциал. «Взмах крыла» – это фестиваль, который окрыляет. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».